Украина обнаглела. Диверсантов начала она в РФ засылать. Вот даст 13:30. Дмитрий Песков заявил, что в Брянской области сейчас идет уничтожение террористов. Впрочем, знаю я давно, что глупости людей нет предела. Ведь понимание того, о чем гласит пословица, когда в хвосте начало, то в голове моча. Не в мире только одному дана благодать. Вот Елена решила поставить эту веточку в воду. Скоро, наверное, листочек появится. Денек сегодня замечательный. Второй день весны. Да. Так, что еще? Владимир Путин проведет оперативное совещание с Совбезом 3 марта. На сегодняшний день таких планов нет. Вот такие вот дела творятся. Из-за глупости людей в мире.